Я обращаю внимание на то, что все-таки мы имеем дело с человеческими жизнями. Ну, разбил ты эти две пробирки. Ну, хотя бы надо иметь силу честно сказать об этом. Зачем же людей вводить в заблуждение, ставить под вопрос и рисковать их жизнями? Это неправильно. Поэтому решение может быть жесткое по отношению к медицинским работникам, это допустившим, но я считаю, что в данном случае оправдан. Что касается вакцинации, вы сказали, жители региона, наверное, вы так думали, что жители региона, да, вот в данном случае эти ведь два человека, это не жители Калужской области, это жители Москвы. Да, Александр Валерьевич, это жители Это жители города Люберцы. города Люберцы, которых родители, папа работает в этой больнице врачом, мама чиновник районной администрации, привезли сюда детей сделать прививак, поскольку в Москве сделать это достаточно проблематично было, в Подмосковье. Ну и получилось, да, вот так вот, вроде как по блату хотели провакцинироваться, попали в историю. Я обращаю внимание, небольшое количество этой вакцины поступает в регион, и мы знаем прекрасно, что в первую очередь эта вакцина должна быть использована в отношении тех людей, у которых есть ограничения по здоровью. Поэтому обращаю внимание и ваше, Константин Валентинович, и врачей главных, вы отнеситесь к этому не просто как к пустому звуку. У вас есть информация о тех, кто проживает на вашей территории, у которых есть серьезные проблемы и которые должны воспользоваться возможностями именно этой вакцины. Да, на самом деле, будет сделано так. И в любом случае, перед тем, как привить человека, ему нужно показать, чем именно его прививают. Это правило работало всегда, это правило работает в других прививочных пунктах, и это правило должно быть безусловным, чтобы ни у кого не было сомнений и домыслов по этому поводу.